Окей. О, обо что у меня поджог? Вы это видели, да? Я поджегся от... Это сила мыслей, он меня поджег, окей. Всем привет, с вами Лев, ребята, и сегодня я поиграю на себе Wine World, ребята, и, в принципе, сейчас, как бы, вышла версия 1.8.8 на Wine World, да, официальная версия, то есть это не бета, да, это официальная версия, как вы видите, играет 8500 человек, да, и это достаточно много, потому что сейчас еще не вечер, у меня обычно играет только вечером, ну или почти вечером, да. В принципе, ребята, окей, давайте начнем, погнали. На самом деле, ребята, PvP немножко изменили, мне кажется, изменилось PvP. То есть в бета-тесте 1.8 было какое-то другое PvP. Видите, здесь PvP какое-то другое стало, немножко проще, что ли. Почему-то какие-то баги, да, у меня сейчас, не знаю, что за лаги, да. Как бы интернет, если что, у меня хороший, да. Пинг должен быть хороший. Ну, в принципе, ребята, окей. Как бы сейчас я поиграю в классик, и хочу рассказать о том, то, что в бета-тесте PvP было, ну, такое же, но, ребята, немножко другое. И я удивляюсь, почему здесь некоторых модов нету, например, показ брони, да. Наверное, специально убрали моды, чтобы не лагало у чуваков, да, у людей, как бы, да, у игроков. Ну и в принципе, да, побеждать еще легче стало. И вот единственный момент у меня, я очень сильно тупанул, когда была версия 1.6.4 и вышла бета-тест, да, 1.8, у меня был 1,5 миллиона коинов. Что случилось? А, чувак отключился, окей, давайте оп. Дело в том, что отключил, дело в том, что вышла версия бета 1.8, да. Ну, я такой, ладно, такой, решил зайти, там было также 1,5 миллиона, и решил на 1.6.4 я истратить все деньги, да, все коины, как видите, у меня сейчас 24 тысячи всего лишь, это очень мало, а у меня донат сейчас Immortal, да, и как бы, окей, то есть, чувак читер, видите, он не отталкивается, но я его почти все равно убил, да. Он не отталкивался, хотя тоже Immortal, как-то немножко странно, да. В принципе, специально я с таким большим экраном, наверное, буду или снимать, или... Ну, наверное, буду всегда снимать, или часто снимать с таким экраном, потому что многие смотрят через телефоны. И, ребята, да, вчера я не снимал ролики, потому что я просто не знал, что мне снять. Я пытался снять дуэли, пытался снять Bed Wars, но, ребята, у меня ничего не получалось, да. То есть я реально не понимал, что сделать. И вот если посмотреть два прошлых ролика, то они получились как-то не очень, да. В том смысле то, что там ролики, ну, были вообще скучные. То есть не было ни монтажа, ну был монтаж во втором ролике. Как бы, да. Я не помню, я говорил это в Гравити или нет, когда снимал последний ролик, да. Я вот не помню, я говорил или нет, но я делал монтаж, но только я случайно тупанул, и то есть я сделал уже монтаж, да, но выложил ролик без монтажа, ну и удалил случайно ролик, где я сделал монтаж, да. Вот такой я. Вот так вот я тупанул. Да, немножко обидно. Чувак не бился. Как-то странно, но окей. Я надеюсь, здесь не будет багов, как на Хайпикселе, да? Также иногда не забить игроков, да. Окей. Можно поиграть в рейтингу дуэль, да? Я, как видите, у меня еще нет никакого рейтинга. Блин, вот я молодец. Я потерял все кони, но зато я прокачал все эффекты на Скайварсе. То есть я реально, у меня все прокачано на максимальный уровень. Это круто, поэтому... Да, ну и немножко на Хайм Геймс еще, да, прокачано. Да, у меня плюс 17 рейтинга, да, это круто. В принципе, окей, как бы, я даже не знаю, что еще сказать. Ну, естественно, ребята, стало плавнее, ну, играть стало удобно. У меня почему-то сейчас немножко подлагит, видимо, потому что я только лаунчер первый раз запустил в игре, как бы, обновленной. Поэтому... Извиняюсь за первые призы такие, да?
потому что... Ну, я Майнкрафт настроил, но все равно у него подлагивает. Но на самом деле FPS много. По крайней мере, для моего компьютера FPS более-менее нормально. Плюс я еще снимаю. Да. Но на самом деле неплохо, просто у меня иногда подфизывает. Окей. Давайте у ХК поиграю. И, в принципе, все будет как надо, да. Сегодня я, наверное, в дуэли просто сыграю, да. Обновление Вайвода я ждал, ну, я не знаю, прошло вроде бы полтора или два месяца даже. Мне кажется, два прошло. Да. Я не считал, поэтому не знаю. О! Это что сейчас было? Окей, я его убил, но все равно как-то было странно. Вот, в принципе, ребята, я решил сыграть в SkyWars. В принципе, у меня здесь, как видите, везде максимальный уровень, да. То есть я просто потратил... ну, по-моему, я потратил 1 000 000 коинов. Все остальное потратил вот на питомца в основном, видите, все куплено. Ну, не все, но тут всякие ютуберы там куплены и так далее. В принципе, окей, да. Ну, я, в принципе, накоплю. Рано или поздно схожу коины, да. Ой, что-то я завис. Подвисло здесь немножко, но окей, в принципе, как бы сейчас будут разработчики еще убивать эти лаги, да, баги эти убивать, потому что, как бы, версия вышла, они сейчас будут, наоборот, еще больше исправлять багов, да, как бы, игроки будут замечать, писать это, да, хотя бы это тесте это тоже было, но я думаю, то, что сейчас будет еще больше исправления багов, они могли появиться, да, типа, игроков много теперь играет, не 500-600 человек, да, а играет... Сейчас будет более 10 тысяч. Обновление вышло, может, несколько часов назад где-то. Да. Надеюсь, вам понравится этот ролик. Он никакой не смешной. То есть здесь не будет смешного монтажа опять. Но в следующем ролике я сниму, наверное, что-нибудь другое, да. Как бы, да. То есть что-нибудь сниму интересное. Я, кстати, сегодня хотел снять... Майнкрафт с Lucky Block'ами, а потом, короче, захожу на YouTube, вижу то, что какой-то чувак уже снял обновление про Wine World. Я такой захожу на Wine World, и реально понимаю, что это никакой не кликбейт был. А реально вышло обновление. Ну, я, короче, рад такой, да. Ну, и решил снять, да. Как бы, в принципе, окей. Хорошо, в принципе, я даже не знаю, я буду это перематывать или нет, как-то, ну, запись останавливаю в каких-то моментах, может быть, и буду. Может быть и не буду, но, в принципе, да. Надеюсь, они когда-нибудь добавят хпшки, чтобы над ДГГами, блин, можно было смотреть, сколько у них жизней. Окей, так, я прям неплохо так вальнул. Мне подлагивает, поэтому если ролик будет лагать, то, извиняюсь, да. Я его просто пытаюсь снять в 60 FPS ролик, да. Но если я буду снимать без монтажа ролик, то тогда у меня будет всегда... Ну, у меня будет 720p в 50 FPS или в 60, да, то есть у меня такой FPS будет, если без монтажа. Если с монтажом, будет просто 720p. Конечно, я буду это исправлять. Чувак умер случайным образом. Такой же. Ну, в принципе, окей, да. Еще, ребята, я хотел сказать о том, то, что, наверное... Лучше еще будет, чтобы здесь были убийства, то есть сколько я убил игроков за игру. И также, как на Хайпикселе, какие-нибудь интересные достижения. Окей. О, обо что у меня поджег? Вы это видели, да? Я поджегся от... Это сила мыслей, он меня поджег, окей. Откуда ты взялся? Чувак лаганный, окей. Но он не лаганный. О, я затащил. Окей, я получил 20 нуба. Ну, в принципе, все. В принципе, все, да. Надеюсь, ребята, вам понравилось это обновление, да. Поскорее бы сделали бы летнее лобби, да. Потому что, скорее всего, оно и летнее будет, да. Не будут весеннее делать. Но это, конечно, им мешать, да. Как бы, я думаю, сделать летнее. Потому что, ну, и в прошлом году делали летнее. Да, ну, на самом деле... лучше бы сделали и весеннее, и осеннее, потому что, как бы, за три месяца можно кучу лобби сделать, поэтому... Ладно, в принципе, окей. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Подписывайтесь на канал, да. Давайте наберем 4-5 лайков за такой, ну, как бы, ролик, да. Обзор
так сказать, обновление. Ну, я думаю, то, что уже все знают про бета-тест обзор, да. Там здесь обозревать нечего, ну, лагать меньше стало, да. Еще много чего можно говорить, да. Некоторые плюшки тут добавили, вот, новую персонализацию, да, вот, всякие тут. Вот, сердечко вот это появилось у меня. Все, да. Теперь у меня это сердечко здесь есть, окей, это круто. Всем спасибо. Пока, ребята.